Привет! Хочу сегодня приготовить на ужин курицу с картофелем в банке. Блюдо получается невероятно нежное, даже диетическое, потому что готовится все в собственном соку, без добавления масла. Это очень вкусное, незамысловатое блюдо, но есть несколько нюансов при обращении с банкой, о которых я расскажу в видео. Начну с картофеля. На полную 3-литровую банку у меня ушло около 5 средних картофелин. Лучше нарезать покрупнее его, чтобы он не разварился и не развалился в процессе тушения. Одну крупную морковь нарезаю средними ломтиками. 2 средних луковицы нарезаю полукольцами. Также я еще добавила 2 стебля сельдерея. Как вы поняли, в банку можно положить любые овощи, какие вы любите. Банку наполнять я буду слоями, поэтому на дно банки я укладываю сначала овощи. А на них укладываю кусочки курицы. Курица у меня была 2-килограммовой, и она почти вся ушла, кроме частей спинки. Сверху посыпаю солью и перцем и снова укладываю овощи. Стараюсь плотненько уложить курицу. В середине процесса укладываю головку чеснока и лавровый лист. Не забываем солить каждый слой мяса. В конце хорошенько все утрамбовываю и накрываю тройным слоем фольги. А теперь очень важная информация. Духовку нужно включать только после того, как вы поставите банку, чтобы она нагревалась постепенно, иначе она может лопнуть. Готовим наше блюдо около 2 часов при температуре 180 градусов. Через 1,5-2 часа можно посмотреть на готовность. Если считаете, что уже готово, выключите духовку и оставьте банку, чтобы немного она остыла. Не вытаскивайте ее сразу, чтобы не было резких перепад температур. Блюдо еще немного потомится и станет еще вкусней. Попробуйте приготовить такое блюдо, если еще не готовили. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Приятного аппетита и до скорой встречи!